Третьим или четвертым? Четвертым. Четвертым. До свидания. Думаю, что тоже об этом подумал. Надо посмотреть. Прежде всего, естественно, коммуникация и защита – это будет основной фактор. Если мы остановим их лидеров, Рочести, Филдейн, те же забивающие Белица и Антич – это вот основная их сила, очень талантливые игроки. И они, когда играют двумя четвертыми номерами, то есть они растягивают нападение и с очень хорошими бросками все. Так что если они начнут завтра попадать, будет очень сложно их остановить. Я думаю, с первых минут нужно показывать жесткую сплоченную защиту. И я думаю, тогда все у нас получится.